В 16-й школе имени Героя России Сергея Таранца состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению знамен памяти женам и вдовам погибших военнослужащих, выполнявшим приказ Родины. На мероприятии побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. Всех пришедших гостей поприветствовала директор Татьяна Городничая. Она отметила, что в школе делается все, чтобы развивать в школьниках чувство гражданственности и любви к своей родине. У нас в школе очень много уделяется патриотическому воспитанию, поэтому наши ребята знают, насколько это все, ну, очень трогательно, будем так говорить, у нас в школе. Поэтому нам особо приятно, что сегодня мы принимаем вас у себя. По итогам месячника обороны массовой и военно-патриотической работы 2014 года из 1200 школ Краснодарского края, участвовавших в нем, школа имени Сергея Таранца вошла в тройку лучших на Кубани. Памятные знаки матерям и женам погибших военнослужащих вручили представители Краевого кадетского братства, присутствующие на мероприятии. Благодаря тому, что 16-я школа вошла в тройку лучших по патриотическому воспитанию, представители из края добавили к уже имеющейся портретной галереи учебного заведения еще часть портретов героев России. На мероприятии присутствовал представитель Славянского отделения общероссийской организации «Боевое братство» Александр Пантелеев. Он отметил, благодаря подобным мероприятиям славянская молодежь воспитывается в духе патриотизма, а это очень важно. Роль военно-патриотического воспитания – это самое главное, чтобы люди уже здесь знали, что никогда никто не забыт и ничто не забыто. Вот это главное. Ученица старших классов Мария Родионова считает это мероприятие очень значимое для школы, так как оно воспитывает у юных славянцев духовность и патриотизм. У Марии тоже есть родственник, который прошел через горнило войны. И это еще больше заставляет ее проникнуться чувствами матерей и жен погибших военнослужащих. У меня у самой есть прадедушка мой, который воевал в Великой Отечественной войне. Вот, и я как бы соприкасаюсь с этим, часто смотрю фотографии, все это сейчас для меня очень близко, очень ценно. В завершении встречи выступили учащиеся школы, подготовившие номера военной тематики. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».